И привет всем вновь на моем канале, меня зовут Рицу, и сегодня мы продолжаем играть в Данганронпу, часть 2. В прошлой части мы закончили пролог, наконец-то, спустя столько времени. И теперь пора перейти к самой настоящей игре. Так, давайте начнем. Остановились мы на правилах. Если убийца будет обнаружен в течение классного суда, то только лишь он один будет казнен. Если преступник не обнаружен, все остальные студенты будут казнены. В качестве награды выживший преступник будет прощен и сможет покинуть этот остров. Объявление нахождения тела проиграется, как только три или более человека найдут тело в первый раз. Разрушение любой собственности на этом острове без разрешения запрещено. Это также относится к камерам наблюдения и мониторам. Вы можете исследовать этот остров как захотите. Ваши действия в этом плане не ограничены. Дополнительные правила школьной поездки могут быть добавлены на усмотрение директора. Вот. Тяжело вздохнув, переведя взгляд с электронного дневника, я увидел темный двор отеля. Обездвиженный мыслями, я рухнул на скамейку. Он и правда заставит нас сделать это. Я не мог поверить, что теперь все это правда. Но без сомнения это так. Как бы я не противился этому, но как только я ощутил и испытал это сам, все стало совершенно явным. Эта реальность могла вовсе не отличаться от моей обычной повседневной жизни. Школа, учеба, экзамены, поиск работы, прогулки. Снова учеба, поездки на поезде, лекции. Такие аспекты повседневной жизни мне больше недоступны. Звезды. Подняв голову, я увидел сияющие в ночи укрывшее небо, словно одеяло звезды. Кажется, что вот-вот, словно снежинки, они с легкостью упадут мне в ладони. Впервые с тех пор, как я прибыл на этот остров, вместо обычного ночного неба, к которому я привык, я увидел очень красивое ночное небо. Бездумно уставившись в это ночное небо, я внезапно вспомнил те слова. Ученик, убивший другого ученика, сможет покинуть этот остров. Впервые услышав эти слова, мы просто стояли там как копанные. Никто не проронил ни слова, и постепенно все разошлись и исчезли. Так началась наша первая ночь здесь. Ночь настолько великолепная, что она очаровала меня. Но все же, в душе я был ужасно расстроен. Такая красота определенно отличалась от моей обычной повседневной жизни. Глава первая. Пункт назначения отчаяния. Обычная жизнь. Отчаяние. Динь-дон, бинь-бон. Классическое объявление. Школьный исполнительный комитет Академии Пик Надежды хотел бы сделать объявление. Сейчас 10 часов вечера. Ночь может быть странной. Если гуляя ночью, вы встретите убийцу, тогда хреново быть с вами. Спасибо. Спасибо за беспокойство. Но если вы волнуетесь об этом и не можете уснуть, то я приготовил для вас домики у отеля. Можете спокойно отдыхать каждый в своем домике.
Но перед тем, как ложиться спать, я советую вам запирать двери. Никогда не знаешь, кто захочет убить тебя. Пу-ху-ху, пока-пока. Ой, черт, как зловеще. Домик, значит. Что у нас там? Ничего. Я могу куда захочу идти? Может, здесь кто-нибудь есть? Похоже, нет. Похоже, все ушли. А музыка, конечно, в Данганропе шикарная. Мой отель здесь. Же не могу выйти, правильно? Наверное, лучше мне прямо сейчас отправиться в свой домик. Да. Черт. Войдя в свой домик, я тут же рухнул на кровать. Какого черта? Безмолвно прокричав про себя, я обхватил голову руками. Я больше не хотел никого видеть. Я просто хотел остаться в одиночестве навсегда. Я не могу никому здесь доверять. Потому что даже если бы я хотел им верить, я пока ничего о них не знаю. Единственный, кому я могу доверять, это я сам. Хотя нет, я и себе это не верю. Если честно, то когда я услышал это дурацкое правило, нельзя покинуть остров, не убив кого-либо, я понял, что часть меня очень хочет убраться с этого острова, а про убийство совершать. Пора кого-нибудь убить. И в этот момент я закричал. Крик сорвался с моих губ. Сейчас. Он вырвался из меня, словно вода из разрушенной дамбы. Ну почему я? Почему я должен это делать? Мой голос начал слабеть, и вскоре я окончательно его потерял. Дальше последовала тишина. Нет, не абсолютная тишина. Музыка еще и не закончилась. Я слышал едва различимый звук прибоя вдалеке. Волны слова шептали мне, мира, которого ты знал, больше нет. И я снова обхватил голову руками. Почему я здесь? Что я здесь делаю? Я силой закрыл глаза. Я не устал. Просто я хотел поспать, пусть даже и немножко. Я хотел положить всему этому конец. И если я сумею проснуться на следующий день... Будет чудесно, если я вернусь к нормальной жизни. Мечтая лишь об этом, я задремал. О, классика. Театр Монокума. Хе-хе. Тем из вас, кто купил Данганронпа 2, прощай, Академия Отчаяния, огромное спасибо. Тем из вас, кто одолжил Данганронпу 2 у друга... Одалживая вещи друзей, можно спокойно друзей потерять. Так что купите копию на всякий случай. Что ж, основной сюжет уже давно начался. Скоро я толкну вам свою главную речь. Обещаю, что вы не останетесь к этому миру равнодушны. Эта игра действительно заслужила зваться настоящей. Так что располагайтесь поудобнее, станьте частью захватывающего сердце действия. Прошу, как следует, насладитесь игрой до самого конца. Динь-дон, бинь-бон.
вообще, школьный исполнительный комитет Академии Пик Надежды хотел бы сделать объявление. Всем доброе утро. Похоже, что сегодня будет еще один идеальный тропический день. Давайте проявим энтузиазм и выложимся на все 100. Да. Значит, все-таки это был не сон. Меня словно снова окунули в эту правду, из-за чего у меня с самого утра испортилось настроение. Наверное, мне пока что стоит выйти наружу. Нет, тебе нельзя выходить. Монокумы, что ты здесь забыл? Эй, не волнуйся ты так, я пришел повеселиться. Повеселиться? Я хочу, чтобы ты нашел мои плюшевые игрушки. Я что-то разошелся, сделал слишком много. Но я подумал, что выбрасывать их не годится, так что я спрятал их по всему острову. Они разбросаны повсюду, так что найди их все. Зачем мне это делать? Потому что я так сказал, отказываться нельзя. Одну я спрятал в этой комнате и не выпущу тебя, пока ты ее не найдешь. Удачи. Черт, это эгоистичная игрушка. Что это? Это вроде полка какая-то, но думаю, лучше туда ничего не ставить. А. Ну, видимо, не так просто его найти. Будет. Получен скрытый вот как монеты зарабатывать. Хорошая работа. Я даже оставил тебе немного мономонет. Я такой щедрый. Эти монеты можно обменять на великолепные товары на пляже и в супермаркете Rocket Punch. А еще я кое-где спрятал плюшевые игрушки, поэтому постарайтесь найти их все. Если найдешь их все, сюрприз. Что? Пофиг, мне нужно идти. Правильно, нафиг. Сомневаюсь, что я, конечно, смогу найти их все. Напугал. Уа! О, это всего лишь ты, не пугай меня так. Могу сказать тебе то же самое. Кстати, ты их видел? А, блин, нехорошо. Что они такое, черт возьми? Очень нехорошо. Ты о чем? Ну, мост. Помнишь тот мост на центральном острове? С ним что-то случилось? Конечно, блин, зачем бы я сюда тогда пришел? Эти монстры стоят прямо перед воротами. Они их перегородили. Это не монстры, это монозвери. О господи, они здесь. Монозвери — хранители острова Бармаглот. Они там стоят, чтобы вы вместо своих дел не шатались по другим островам. Так зачем они вообще нужны? Если эти монстры его привратники, будет лучше к ним не подходить. Так бесит, терпеть уже не могу. Эй, соберись, у тебя что-то с лицом. Да, мягко говоря. Поплыло у него лицо. Не могу, я никак не могу собраться. Нас сожрут эти монстры. Я теперь ни за что не смогу наслаждаться здесь отдыхом. Эй, что это за шум? А, еще один монстр. Монстр. Я, значит, пришла тут за вами. Но если вы будете называть меня монстром, то я... Ты пришла за нами? Мне сказали найти вас, потому что мы вас ждали, но вы вдвоем так и не появились. Все ждут вас в ресторане отеля. Пошевеливайтесь и идите к нам. Все ждут в ресторане? Вот у него какая-то какая-то привычка все переспрашивать. И, наверное, это у каждого главного героя такая привычка есть. Пофиг вообще. Мне пофиг на все.
Я сваливаю отсюда. Эй, ты куда собрался? Только хотел я сказать ему, но зовите быстрее, молнии, куда-то убежал. Наверное, мне стоит пойти в ресторан. Подозрительно. Он уже планирует кого-то. Планирует покинуть этот остров. Наверное, мне стоит пойти в ресторан, раз все остальные уже там. Конечно. Надо обращать внимание на то, как ведут себя персонажи. Персонажи. Вдруг они себя начнут как-то неестественно вести. О, как. А я думал, что все сидят и ждут в ресторане. Я решил немного поиграть, пока все остальные собираются. Но, наверное, мне тоже пора. Играть в видеоигры все утро. Не зря я называю это абсолютный геймер. Но я не люблю играть с утра. Скорее вечером. Как обычно. Опаздываешь, Хадзиме. А где Казуити? Я думал, что вы были вместе. Он куда-то убежал. Да? Куда? Ну, он сказал, что убегает, но... Убегает? Но куда? Здесь некуда бежать? Ну и чудак. Хотя после увиденного вчера его поведение вполне понятно. О чем ты? Что-то вчера случилось? Что-то я не припоминаю. А даже если бы и помнил, все это все равно выглядело бы не по-настоящему. Да-да, это недостойное запоминание. Все было бы куда проще, если бы я просто так мог это отрицать. Ну, зачем ты нас здесь собрал? Подожди, надо дождаться Казуити. Секундочку, это значит, что ты нас здесь забрал здесь потому, что... Уи, похоже, что Мисси Бьяку есть что нам сказать. Правда, и что? Очевидно, если мы здесь за тем, чтобы обсудить стратегию победы над тем монстром. Нам никак не под силу сразиться с этой штукой. Я имею в виду, у него есть оружие и все такое. С боевым настроем, возможно, все... Смелое заявление. Но позволь мне дать совет. По-настоящему сильные люди не повышают голос так бездумно. Эй-эй! Давайте уже начнем обсуждение. Это, наверное, какая-то нелепая попытка взбодрить нас или что-то вроде того. Не заставляй меня повторяться. Мы начнем разговор, когда здесь соберутся все. Господи, ладно. Тогда я пойду и сама проведу сюда Казуити. Все, ждите меня здесь. Я найду и проведу его сюда, даже если придется его связать. Хе-хе-хе. Теперь я немного завидую. Быть связанным по госпоже Махиру. Может, мне тоже стоит бежать. Шучу. Сбеги на другой остров через Манозверя. Кратчайший путь. Отвратительный баран. А пока мы всех ждем, давайте позавтракаем. Поедим. Произнеся это, Бьякуя набросился на кучу еды, стоящую перед ним. И принялся ее пожирать. Откуда здесь взялась эта еда? Когда я пришел сюда этим утром, она уже была здесь. О, у них есть даже крабы и креветки. Крабов и креветок так неудобно есть, я их ненавижу. Так же, как ненавижу уродливую морду Микан. Конечно. Мою уродливую морду? Именно, вот эту твою морду, господи. Почему ты такая грубая? Хе-хе-хе, ты же из тех девушек, которых забияки просто обижают мучить, так ведь? Прекрати сейчас же. А, я поняла. Это Теру-Теру приготовил еду, да? Хе-хе-хе. К несчастью, это был не я. Видишь ли, еда, приготовленная мной, на вкус не такая дерьмовая, как эта. Плохая, как по мне так будто вкусно.
Просто вкусно, да? По сравнению с блюдами мирового класса, которые я готовлю, просто вкусно, это дерьмо. И даже сравнивать бессмысленно. Сравнивать мою еду с этим плебейским Хрючевым для меня грубость. Эй, не принимай это так близко к сердцу. Я лишь говорю, что если бы вы отведали мои стряпни, то вы бы не смогли себя контролировать. Что это значит? Нани? Скажем, что у вас отпали бы не только челюсти. У вас еще отпадут и ваши трусики, например, те черные стринги, что носит госпожа Пека. Ой, как я ненавижу уже его. Извращенец, откуда ты это знаешь? Он угадал верно? Тем не менее, если эту ерунду приготовил не Теру-Теру, то тогда... Значит, это Монокума? А приготовленную им еду безопасно есть? Поэтому я дегустирую ее на яд, чтобы убедиться, что есть ее безопасно. Но при дегустации еды на яд ее не обязательно есть так много. Мне надо же кому-то все проверить. Итак, всем спасибо за ожидание, я привела его. Эй, ну-ка выпрямись. Разве мужчина не должен стыдиться подобной походки? Хватит, не дергай, рукава порвешь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хоть ты и строишь себя крутого, но ты на самом деле большой трус. А ты точно будешь в порядке? Люди вроде тебя обычно умирают первыми, ты в курсе? Я просто хочу домой. Бац, бум, бабах. О нет. О нет. Какого? Неплохой кадр. В первой части, видимо, фан-сервиса не хватало. Пора увеличить дозу во второй. О, нет. Я поскользнулась. У него даже носок слетел. Как это можно было так поскользнуть? Откуда здесь провода вообще? А это можно вообще назвать поскальзыванием? Как-то казалось такой компрометирующей позе после того, как поскользнулась. Ну, это меня определенно порадовало. Я прямо в восторге. Нет, мне так стыдно. Помогите, пожалуйста. Оу, она так мило выглядит, когда ей стыдно. Это такое мое, что я сейчас аж захрюкаю от радости. Надо помочь ей встать. Да, помогите. Микан, ты в порядке? У меня немного болит голова, но я в порядке. С твоей головой определенно не все в порядке, вау. По-моему, это слишком грубое заявление. Она превзошла все нормы неуклюжести. Это ее падение было словно какой-то волшебный трюк. В общем, теперь это здесь все, да? Так, давайте начнем. А то я спать хочу. Ты права. Хоть я и не закончил завтраком, но мне пора взять слово. Ну, наконец-то. Мы ждали слишком долго. Теперь можно со всеми поговорить. Эй, Хадзиме. Ты видел новые правила в электронном дневнике? Да, я даже прочитал их на английском. А ты на каком? Похоже, что эта убийственная школьная поездка все-таки не шутка. Этот Монокума серьезен. Он и правда хочет, чтобы мы убивали друг друга. А, прости, похоже, что мой страх заразен. Должно быть, я сильно побледнел, раз уж он заговорил про страх. Мне даже тяжело сказать, кто первый вообще... Кто из них захочет кого-то убивать? По первому впечатлению,
Возможно, он кого-то убьет. Может быть. Он может кого-то убьет. Не знаю даже. Он по его поведению, конечно, не скажешь. Может его убьют. Конечно, тяжело сейчас какие-то предположения вообще делать. Она буквально поскользнулась на ровном месте. Серьезно, такое только в манге бывает. Или она это нарочно? Если так, то это меня дико бесит. Вообще, я не люблю предположения делать. И иногда вообще это может испортить впечатление, так что я, конечно, не сторонник подобные идеи. Лучше оставаться в неведении. И ждать, пока убийство не произойдет, чтобы потом думать, кто же это сделал. Я могу послушать, пока ем? Нет, Ямеро. Ну, у меня тут еще целая тарелка. Что это за ухмылка, черт возьми? Такой вульгарный способ положить еду на тарелку. У него нет и намека на порядок. Но самое важное, ты правда считаешь, что это большая куча еды? Ты, наверное, точно знаешь. Точно разбираешься в еде. Что ты сказал? Скажу вот что. Даже не думайте повторять за мной. За этой еды слишком много для таких плебеев, как вы. Я единственный, кто может съесть столько еды. Ибо я превзошел все тяготы прошлого. Возможно, стоит разговаривать со всеми. Может, какие-то детали всплывут. Интересно, о чем он говорит? Тяготы прошлого, да. Я о том же. С его уверенным поведением ему не подходит говорить о таких вещах, как тяготы. Эй, такой вызов я не могу проигнорировать. Акана, не надо. Если будешь соревноваться с ним, кто больше съест, то потеряешь свою идеальную фигуру. По-моему, ее это мало волнует. Ах да, ты хоть представляешь, сколько денег я потратил на свой внешний вид? Хочешь сказать, что мне нужно похудеть? Почему они вообще ссорятся? Я так хочу спать. Скорее бы они уже он закончил свою болтовню. Моим черным четы а черным говорю, четырем темным демом разрушения пора перекусить. Перуйте в волю. Для начала, у меня вопрос ко всем вам. Этот Монокума приказал нам убивать друг друга. И при этих странных обстоятельствах. Как думаете, что нам сейчас нужно? Хер его знает. Давай ближе к делу. Если хочешь, чтобы я перешел ближе к делу, то лучше быстрее ответь на мой вопрос. Что нам нужно? Нам нужна еда и сон, очевидно же, верно? Нет, ты забыла про посрать. Это идет после еды и сна, наверное. Итак, мы имеем хорошо поесть, хорошо поспать и хорошо посрать. У кого-нибудь есть нормальный ответ? Что? Ой. Может быть, узы? Узы? Буковные. Узы? Ну, я так думаю. Пока абсолютные работают вместе, они могут сделать все. Вы сможете создать надежду, которая произойдет любое отчаяние. Отчаяние.
Что он вдруг, вдруг снис... Он что-то вдруг серьезно настроен стал. Поэтому, если мы хотим покинуть этот остров, нам нужно пообещать друг другу, что работать сообща. Вау, он сказал это, не покривив лицом. Как опять разучился говорить. Как это ему не стыдно? А, как я и думал, тупо, правда? Но все же, в его словах есть смысл. Наверное, поэтому Монокума придумал правила, чтобы мы начали подозревать друг друга. Понятно. Это был хороший ответ. Так как сейчас мы не можем сразиться с врагом в одиночку, мы должны сражаться с ним группой. Но для того, чтобы достичь такой солидарности, нам потребуется нечто отличное от оптимистичных уз. Тогда, что? Сейчас нам нужно необходимо дисциплинированное... Я просто... Я не верю просто сам себе. Дисциплинированное руководство, которое может предоставить безошибочный лидер. Понимаю. Даже спортивным командам нужны капитаны все-таки. Возрадуйтесь. Я возьму на себя эту роль. А? А теперь закончим с этим. Перейдем к главному вопросу. Погоди секунду. Нанда. Что такое? Нанда. Что ты только что сказал? Не плевать, как это оправдываешь. Но ты слишком навязываешься. Сам решил, что будешь нашим лидером. Да и вообще, почему это должен быть ты? Ну а кто еще подходит на эту должность, кроме меня? Я абсолютный наследник семьи Тагами. Я должен быть выше всех остальных. И что-то интересное унаследовал. Да ладно, говорю тебе, что твое поведение слишком навязчивое. Махеру, подожди, пожалуйста. Бьякуя может быть немного навязчивым, да. Но учитывая нашу текущую ситуацию, я думаю, что при таких обстоятельствах быть навязчивым для определенной степени — это долг лидера. Быть может, это так, но если нам нужен кто-то, кто может вести людей, то даже Соня может. Нет, боже упаси, я всего лишь публичная фигура. Что ж, у него должно быть качество лидера, если он может принять эту роль в таких обстоятельствах. Мне надо просто шире рот открывать. И языком больше двигать. Странно прозвучало. Если все с этим согласны, то и я тоже согласна. Что ж, тогда, думаю, с этим мы разобрались. Не волнуйтесь, пока я в лидерах, я не дам никому стать жертвой. Я буду вести вас, я обещаю вам это. Я такой надежный. Он надежен, но... Я немного удивлен. Не думал, что он из тех людей, которые могут сказать что-то подобное. Я ожидал, что абсолютный наследник будет смотреть нас на нас снизу, сверху вниз, как на букашек. А теперь... Давайте перейдем к следующей теме. На этот раз по-настоящему. Я хочу кое-что вам показать. Кое-что показать. Она находится в парке Бармаглот. Здесь он не провалился под пол. На центральном острове. Давайте, идите за мной. Сказав это, Бьяко повернулся и, громко топая, вышел из ресторана. Как я и думал, он действительно навязчив. Господи, мы, наверное, зря выбрали его лидером. Остальные поддержали Махер, но, тем не менее, последовали за Бьяку и вышли из ресторана. Не все вышли. Не обращай на меня внимания, просто иди, я потом вас догоню. Тяжело поверить человеку с таким-то выражением лица. Ничего не поделать. Когда я голодна, у меня остается очень мало энергии. Вот так. Сказав это, Акана за один пример сумяла с тарелки целую гору еды. Ам-ням-ням, ом-ном-ном. Блин, какая вкуснотища. Ты так быстро все это съела, что я сомневаюсь, что почувствовал ли ты вкус. В чем дело, ты подавилась? Вот блин. Теперь, перекусив, мне захотелось есть еще сильнее. Господи. Поскорее Бьяко закончил наше собрание. Я собираюсь наесться в волю. Наверное, мне лучше уйти. Может, тебя оставить здесь одного?
Подозрительный ты, конечно. Мои четыре темных дева разрушения. Давайте отправимся на край земли, в парк Бармаглот. Зачем? А, кричать. Я не особо кричал, ладно. Зачем кричать-то? Просто возьми да пойди уже. Мне лучше поспешить за Биаку, и насколько я знаю, сейчас он в парке Бармаглот. Мы тоже знаем. Нам уже 10 раз сказали. Что у него такое? Что ты делаешь? Ты должен торопиться в парк. А разве в прошлый раз не случилось то же самое? Хадзиме, сколько раз ты собираешься меня пугать? Я просто с тобой заговорил. Короче, иди быстрее в парк. Заткнись, я пойду в свою комнату. Реально, это все просто идиотизм какой-то. А, черт возьми. Ну блин, если мы в тропическом раю, то почему мы вообще оказались в такой ситуации? Нет, ну серьезно, разве ты на отдыхе не должен только валяться в гамаке да попивать сок из кокоса? Успокойся. То, что ты будешь кричать на меня, ничего не изменит, понятно? Хадзиме, решено. Ты потом сходишь со мной на пляж, а? За кокосами, блин. Я увидел парочку больших, которые упали на берег. Я еще не знаю, как мы их расколем, но когда расколем, мы с тобой попьем кокосового сачку. Нельзя просто захотеть, чтобы кокос раскололся. Лучше сдайся и возьми кокосового сока в супермаркете. А, ты просто не понимаешь. Ладно, фиг с тобой. Я никогда больше не прошу у тебя помощи. Он ушел. Надеюсь, что в парк. Мне тоже стоит поторопиться. Очень он себя странно ведет. Ты можешь специально так делают, чтобы запутать. В парке те. Пока свободного времени нет, я не хочу за подарками ходить. Еще не запомнил, с какой стороне парк находится. Ого. Ой. Так, питомец. Отчаяние пополняется. Все уже пришли. Для тощих людей вы отвратительно медленные. Наверное, ты слишком быстро для нас. Блин, не ожидал, что такой толстяк, как он, будет двигаться так быстро. Ну и что здесь? Здесь? Серьезно? Нани? Если вы еще не заметили, то тогда я был прав, что вы все идиоты. Так что я из роли выпал. Толстяк, который может быстро передвигаться. Он про свиней или коров сейчас говорит? Не понял. Что-то... Ладно. Может быть, он хотел, чтобы мы увидели это? Это, сомневаюсь. Может, камеру он хотел увидеть? Странно, что деревья повалены. Кто их еще мог повалить? Куда бы я ни пошел, повсюду стоят эти камеры. Наверное, тот, кто управляет Монокумой, наблюдает за нами при помощи этих камер.
Меня бесит одна лишь мысль о том, что за мной наблюдает какой-то сумасшедший. Но я ничего с этим не могу с этим поделать. Почему сумасшедший? Понятно. Похоже, что эта земля переполнена зловещей энергией. Такое приятное чувство. Оно очень даже приятное. Хе-хе-хе. Оно выглядит очень огромным. Наверное, я слишком много думаю, да? Что это? Это? Осталось 21 дней. 3.42. Большая бомба какая-то или что-то такое. Очевидно, неуместный объект, расположенный в центре мирного парка. Он похож на часы, но что-то в них не так. Они ведут отсчет. А оно стояло здесь, когда мы были в прошлый раз? Сомневаюсь. Нет, я уверен, что нет. Я нашел это сегодня утром, когда снова осматривал остров. Неизвестно, когда это туда поставили. Наверное, это проделки Монокумы. Думаете? Может быть, это кто-то из нас поставил, пока никто не знал ночью. Что оно вообще отчитывает? Понятия не имею. Хе-хе-хе, и снова появилось нечто, что я не могу понять. Но ко мне это не имеет никакого отношения. Потому что я отказываюсь во все это верить. А может быть, надеюсь, это не бомба? Бомба! Если бы они хотели взорвать этот остров, они бы это уже сделали. А что для этого не нужен? Сомнительное заявление, конечно. Может, они просто хотят чем-то занять себе, пока ждут отчета, я не знаю. Хотя отчет, конечно, нужен был в любом случае. В таком случае, да. Тогда для чего оно? Это загадка. Загадочная загадка, не так ли, да? Кто-то сомневался, что она просто так пропадет. Если даже в интро было. Вот, в опенинге. Монами? Почему ты здесь? Когда я проходила мимо, я услышала, как вы все тут о чем-то говорили. Но я и пришла. Нет, не это. Разве Минакума не убил тебя? Ага, так вот чему вы удивились. Хе-хе-хе. Вам не нужно об этом волноваться. Все-таки я не могу умереть. Понятно. Должно быть, ты нежить. Поганище, которое восстало из глубины, да благодаря черной магии. Ты хочешь, чтобы я сделал тебя своей рабыней? Маноми, это механическая плюшевая игрушка, верно? Разве это не значит, что она вообще не может умереть? Кстати, да. Ей же только там замена там нужна или что-то в этом роде. Замена. Какое грубое понятие. Но, тем не менее, ты пришла вовремя. Я хочу задать тебе вопрос. Что это за устройство? И что это за отчет? Отвечай. А? Отчет? Уа-уа-уа. Что это? Простите. Я не знаю, что это. Ты правда не знаешь? Простите. Я и понятия не имею, что задумал Монокума. Не знаешь? Ну ты же младшая сестра Монокумы. Я не младшая сестра своего брата, да. Мы поняли. Так она приняла эту роль или нет? Непонятно. В общем, давайте стараться изо всех сил. Давайте выдворим злого Монокуму с этого острова. Если ты не знаешь, что это за отчет, то ты бесполезна. Исчезни. Давайте все вместе. Я сказал, исчезни. Я, прости. Может быть, с ней слишком жесток? Мне даже ее жалко становится.
Мисс Соня. Могу я назвать ее Мисс Соня? Нет, я настаиваю на этом. Не нужно жалеть это создание. Оно, очевидно, работает с Монокумой сообща. Да кому тут не похуй на эту плюшевую зверушку? Вообще, что это за часы, блин, такие? Выглядит зловеще, согласна. Кто поставил это сюда? Как этот кто-то сделал это всего за одну ночь? Даже представить себе не могу. Это значит, что в этом нет никакого смысла. Кстати, оно смертельно опасно. Тем не менее, есть и другое, что ты себе и представить не можешь. Этот остров полон загадок, которых ты даже помыслить трудно. О, музыка остановилась. Например, как нас, 16 человек, привезли на этот остров? Я пытался не думать об этом с тех пор, как эта мысль начала терзать меня, но он прав. Это загадка. Есть еще. Почему остров Бармаглот, который был когда-то известен как популярный курорт, стал необитаем? На этом острове нет ни намека на туристов или даже местных жителей. Как такое вообще возможно? Всем цивилизациям суждено рухнуть. Ничто поражает нечто. Ничто порождает... Может быть, ладно. А потом все становится ничем. Так все рухнуло? Общество, оно как фрукт. Только оно вызревает, оно неизбежно начинает гнить. Ну, это правда. После роста экономики частный сектор стагнирует, а бюрократы и старики получают всю полноту власти. Проходит время, эта власть получает статус-кво, и она просто разносит любые намеки на реформацию. Такая печальная тенденция. Я ничего из этого не поняла, но чувствую, что здесь у нас немного другая ситуация. Может быть, монозверь убили всех на этом острове? И поэтому он стал необитаем? Это возможно, но мы не знаем наверняка. Похоже, что эта загадка так и останется загадкой. Ты здесь, похоже, все в этих загадках. Ты права. Загадка с загадкой погоняет. Тем не менее, так как загадок здесь просто немерено, я не сомневаюсь, что за этим стоит какая-то группа. Что ты хочешь сказать? Я имею в виду, что эта ситуация оспорима, работа какой-то огромной организации. Огромной организации? Монами, Монокума, Монозвери. Все они машины, управление которыми требует технических навыков. Знаю, у кого могут быть технические навыки, но это маловероятно, конечно. Плюс им нужно огромное финансирование. И не может быть такого, что эти штуки были созданы просто так. Эта организация может управлять этими машинами, следить за этим островом с помощью камер. Могут ли эти изверги прятаться на этом острове? Скорее всего, нет. Они, возможно, управляют всем этим откуда-нибудь еще, из безопасного места. Откуда же, интересно? Я не знаю. Но в том, что за этим стоит огромная организация, ошибки быть не может. Понятно, большая организация, значит... Представить себе не могу, что это могут быть за люди. Давайте посмотрим. Есть моя корпорация Тагами. Сонино королевство Новоселик и клан Кузурю. Возможно, еще главный герой, по которому мы ничего не знаем. Это должна быть организация с такой же мощью, если не больше. А? Я привык, что мне не доверяют. Делайте, что хотите. Стоп, не плевать насчет тебя или клана Кузрю, но Мисс Соня сомневаться я тебе не позволю. Мисс Соня, горящая принцесса блондинка, между ней и вами, уродами, просто огромная разница. Да, заткнись уже, неудачник. Неудачник? Это ты обо мне? По твоей броской одежде очевидно, что ты хочешь выпендриваться, потому что на самом деле ты лузер. Хе-хе. Наверное, тяжело работать в отстойной индустрии неудачников. Слушай, ты зашла слишком далеко. Ебякуя, ты это сейчас серьезно? Я про отношение к этому твоей корпорации, Соню и так далее. Я просто использовал их как пример.
Я не говорю, что они имеют к этому отношение. Но ты уверен, что мы противостоим огромной организации, да? Даже если такая организация существует, зачем ей делать что-то подобное? Да какая разница? Сколько мы еще будем об этом болтать? Может, поговорим о более насущих делах? Цель нашего врага до сих пор неизвестна. Когда мы узнаем, кто за этим стоит, мы узнаем и цель. Так что теперь нам нужно узнать, кто наш враг. Сделав это, мы станем ближе к пониманию ситуации. К счастью, согласно электронному дневнику, мы свободны исследовать остров. На этом острове определенно должна быть подсказка, кто такой этот враг. Давайте начнем поиски. Лады, разберемся с этим дерьмом. А что мы ищем? Акан, ты вообще слушала? Нам нужно найти улики, которые расскажут нам, кто есть наш враг. Без проблем. Неважно, сколь огромна их организация, они бессильны против нас. Им суждено пасть и обратиться в пепел от мощи моих 4 темных деф разрушения. Вау, из твоего шкафа вылезли хомяки. Хе-хе, они такие милые. Милые, говоришь? Спасибо, да. Оя-оя? Я вижу, тебя это знатно порадовало, да? Гляньте, как он незначай флиртует с мисс Соней. Я точно потом выбью из него все дерьмо. Не понимаю. В этой сложной ситуации нужно быть куда более осторожными. Но все же, я рад, что все в таком хорошем настроении. Странно, но мне кажется, что на них можно положиться. Наверное, это то, что называют уверенностью уверенность абсолютного. Тогда кто же я? Уверен ли я настолько, чтобы зваться одним из них? Черт побери, я все еще не могу вспомнить. Какой же у меня талант? Короче, вот что я вам скажу. На обдумывание убийства друг друга у нас нет времени. Делайте то, что должны. Наблюдайте, общайтесь, распознавайте, постигайте. Даже если окажется невозможным, будьте упорны. Но, что более важно, следуйте моим командам. Я вернулась к нормальным жизням. Это приказ вашего лидера. Понятно? Ха-ха, это типа очень круто. Его правая рука такая пухлая. У меня для него есть идеальная кличка — свиные руки. Свиные ручки, говоришь? Никогда не думал, что мне кто-то так станет называть. А? Почему ты не злишься? А зачем мне злиться на такие мелочи? Она понаблюдала за мной, придумала прозвище. Оно не так далеко от истины. Ау. Возможно, я всегда этого хотел. Хотя понять это в такой ситуации, возможно, та еще ирония. Сейчас он определенно ведет монолог. Не волнуйся. Сейчас я говорил сам с собой. Да, кажется, мы поняли. Ясно. Я не совсем понимаю, но похоже, что этот парень все-таки не какой-то самовлюбленный урод. Несмотря на наше положение дел, он загадочным островом остается спокоен. Наверное, на него можно положиться. Ладно. Давайте слушать Бьяку и не тратить энергию на мысли о бесполезных вещах. Мы не в самой лучшей ситуации, это так, но и не в самой худшей. Да, правда. Потому что мы не одни. У нас есть друзья, на которых мы можем положиться. Серьезно? Как же отстойно это звучит. Ха-ха, так и знал. Я думал про себя, как тупо я выглядел, когда говорил это. Друзья, значит. До этого я никогда особо не думал о дружбе. Мне такое казалось стыдным. Так как можно с кем-то дружить? Как же это стрёмно с кем-то дружить, не понимаю просто. Никогда бы не подумал об этом в такой ситуации. Нет, вообще, это скорее всего из-за этой ситуации. О, вау. В конце концов, мы так и не решили загадку этого зловещего таймера. Но, не теряя надежды, все вернулись в отель. Верить в своих друзей, значит. Будет сложно поверить в них вот так сразу. Но хорошо бы это случилось поскорее. Ха. Раз уже я начинаю так думать, не показатель ли это того, что я на правильном пути? Кажется... Сейчас нет сидеть в своей комнате и тупо пялиться в потолок.
Так как есть время сходить и поговорить со всеми, было бы неплохой идеей. Понимаю, что я внезапно, но пришло время для быстрого обучения. Во время школьной поездки будут моменты под названием «Свободное время». Во время свободного времени сможешь укрепить свою дружбу, проведя время с другими учениками. Также, вручив им подарки, сможешь произвести на них еще больше впечатления. Получить подарки можно из моно-моно-машины и торгового автомата в супермаркете. Когда ты укрепляешь дружбу, происходит личное событие, которое добавляет в табель успеваемости. Также, если ты покажешь с нами фрагменты надежды, которые ты собрал, ты можешь получить новые умения. Это делается в табеле успеваемости. Укрепляй дружбу как тебе угодно, с кем угодно. Кстати, когда проводишь с кем-то время, оно проходит и в игре. После этого ты возвращаешься в свой домик. Когда ты несколько раз проведешь с кем-то время, свободное время кончится, и ты вернешься к сюжету. Кстати, ты можешь пропустить свободное время, поспав на своей комнате в домике. Хотя я этого не рекомендую. Используй это, если ты хочешь сразу вернуться к основному сюжету. О, свободное время. А этим, пожалуй, мы займемся в следующей части. В следующем видео. Я довольно уже долго снимаю подходящий момент, чтобы остановиться. И в следующей части мы выберем, с кем начнем знакомиться. Кто для нас более интересен, кто для меня более интересен. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите комментарии. И всем до скорых встреч, всем пока. Спасибо за просмотр.